периодически нога не заворачивается. Вроде ставите прямо, но видно, что есть, да, небольшой упор туда. То есть еще заворачиваем прямо вот внутри. Потому что вот уже, ну, как ставить ее прямо, но когда выходите за счет вот этого. А мы должны говорить за счет вот этого, наоборот. Не рабочий. По костяхе прям. Не, просто такая дура, слушай. А все-таки дал шипку, да? Да. Так, это все не наше. Я верю до самого последнего момента, а тут такая мана.
Эту раму, если резинки положить. Нет, я вообще в этом не надо брать, кажется. Потому что я не знаю, зачем. Ее можно туда позвать гейм. Это вот мои бывшие дружки. Да? Ну, не знаю. Опа! Я могу получить это стоять. В миксе могу получить это стоять. Да, я смотрел вообще. А, в смысле, про...
понесет? Да. Ну да. Если бы все обыграли нормально. Нет, не выиграли. А, там выиграли. Я на счете 16-17 включился, вот на один розыгрыш. Слава. Это мы же сейчас Микс. Хорошо, что она, конечно, не есть. Не готова, да? Максим? Я бы хочу, чтобы был кроссовки Максима. Еще две пары у Максима. Мне нужно такие точки проверки силы. А у вас как раз, наверное, размер-то такой. Какой-нибудь 40... Какого? 40. 45. А чем больше? Он уже 40. Чем меня пугает. Чем как-то больше нога, тем проще бегать. У меня уже на 41. Я периодически ее кроссовки могу одевать. Ну серьезно, то есть у нее... Хорошо, это когда так на семью, а не общий кроссовки. Стельки только надо вытаскивать. Нет, если стельки вытаскивать, то сразу нормально. Поехали.
Я
Алина, Алина,
Раздеваться же? Я ничего не сняла. Я обычно... Еще пока не я обычно тогда... Значит, ты хорошо спортал? Я в штанах? Нет. Ну, не тебе когда жарко, ты снимаешь. Да. Я никогда не снимаю. Вот так вот. Режешь, что ли? Нет, я прям так вот. Все вместе. Ну, должно сниматься, по крайней мере. Ну, снимает. Зачем режешь? Все два часа. Серьезно? Я не знаю, почему-то у меня сейчас второе дыхание никак не закрывается. Старый генерал. Смотрите сами. Ну, вот, ну, сейчас нормально.
честно, чувствуется, что они лучше формы? Конечно. Да, Фонза вообще полное говно. Вообще сбил и палец, и пятку на них. Играл один раз. Причем они почти что разорвались от тенниса. Как-то от тенниса больше надо. Не упал. Yeah.
И все, что-то в сетку.
Максим бьет с нас. Вот он. Первый съешь. Не упадет. Я уже приготовился интервью давать.